Для участников программ «Земский доктор» и «Земский врач» снимут возрастные ограничения. Условия обсудили на заседании правительства. Изменится и размер единовременной выплаты. Так, для врачей сумма составит 1,5 миллиона рублей, а для фельдшеров – 750 тысяч. Рассмотрел Кабинет министров и порядок выплаты субсидий частным детским садам. На их базе создадут 74 дополнительных места для детей от 1,5 до 3 лет. Из федерального бюджета на эти цели выделят 9 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». Эти средства будут затрачены на приобретение оборудования, обменом обязательством индивидуальных предпринимателей, и не только индивидуальных, а частных дошкольных образовательных учреждений, является снижение платы до уровня муниципального размера. Все необходимые средства в республиканском бюджете на данное мероприятие отражены при условии регионального софинансирования. Изменился и размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях республики. Высчитывают ее на основе среднего показателя по всем муниципалитетам. По сравнению с прошлым годом в Кировском и Дегорском районах размер выплат увеличился на 200 рублей. Детей-сирот, оставшихся без попечения, родители обеспечат жильем до 2025 года. Это касается лиц, которые стоят в очереди на 2020-2022 годы. Очередь планируют ликвидировать за счет республиканского федерального бюджета. Сведения о лицах, нуждающихся в обеспечении, будут проверять. Реализация комплекса мер на межведомственной основе позволит более эффективно использовать денежные средства из республиканского бюджета и обеспечить освоение средств субсидий федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия Алания на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Больше 21 миллиона рублей в этом году выделят на поддержку племенного животноводства республики. Перечень субсидий, по словам Казбека Вазиева, был согласован с Министерством сельского хозяйства России. Председатель правительства Таймураз Тускаев, в свою очередь, отметил положительную динамику в развитии отрасли. Резервы есть, особенно в части вот того мероприятия, которое обозначено, в части создания новых производств, способных не только производить сельхозпродукцию, но и перерабатывать и получать высокую добавленную стоимость. И здесь тоже наша задача. Мы утвердили список, но, к сожалению, там нет ни образовательных, ни научных организаций. И степень взаимодействия нам в будущем нужно усилить. Потому что вот этот пласт нужно привлекать к нашей работе. И будем в дальнейшем над этим работать.